Александр Буйнов поделился свежим домашним фото с Аллой Пугачевой. Певец, как и его супруга Елена Буйнова, побывал в гостях в замке в деревне Грязь. На вечеринке, к слову, также отметилась и Марина Юдашкина. Только вот среди гостей не было видно мужа бизнес-вумен, модельера Валентина Юдашкина. Может быть, он не захотел позировать для памятных снимков в особняке Примадонны. Зато 71-летний Буйнов не упустил возможность покрасоваться на фото с Аллой Борисовной. Оба счастливо улыбались, давая понять, что рады встрече. Певец – давний друг семьи Примадонны. Своих близких друзей в особняке Алла Пугачева встречала в изящном черном матовом платье с декором в виде молнии. Гости были очарованы аутфитом певицы. Она надела дизайнерский наряд выше колен, подчеркнув стройность фигуры. Ножку певица кокетливо выставила вперед, а руку положила на узкую талию. В гостях у друзей. Как хорошо встречаться по поводу и без. Провели прекрасный вечер. Поблагодарил за гостеприимный прием жену Максима певец. Ну а Луся? Назвать ее бабушкой язык не поворачивается. Ножку кокетливо вперед, а руку на талию. Красавица! Точно знает секрет вечной молодости. Рядом Буйнов аж сияет от счастья. Еще бы! Сама Алуся в гости позвала, написали фолловеры. Ты плыл в небесах, но был спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но это уловка, всем битым знакома, в любви без страховки живут миллионы.